центральный полузащитник. Савельев слева. А Шилин и Витя, соответственно, по центру. Юрий Суровикин, капитан команды, немножко волнуется, друзья, потому что двух полуфиналистов мы узнали буквально в понедельник. Сегодня мы узнаем еще двух счастливчиков в разделе Франции. Испании, как говорится, выбирайте сами, да, бесспорно, французы и испанцы выше котируются и делают их фаворитами, но, друзья, как же хочется интриги, как же хочется, друзья, неожиданностей, приятностей, таких вкусняшек на этом чемпионате мира. С вами комментатор Скорубки Максим Симонов. Ожидаем чуть попозже Александра Седова, чтобы мы уже все-таки в режиме диалога. Ну а сейчас капитаны Ванила Маицкий и, соответственно, Глушко Даниил в центре. Селимович руки пожал. И надеюсь, сегодня мы отпустим команду в рамках 1/8 финала. Бразильцы на этом стадионе сломили сопротивление молодых быстрых шотландцев 3-1. Пропустили быстро, напомню, но затем проиграли. Никен забил второй гол после первого 2-1. И в конце Дубе принес победу желто-зеленый. Французы очень уверенно играли с одной точки зрения. И Шилин, и здесь опасно, кстати! Нету бразильцев, а французы. Французы по левой бровочке, Здесь беседим, но здесь классно накрывает. И пробить, и Ломовицкий! Опасный удар! Момент, и живенько, все начинается в этом матче. Удар! Ломовицкий! Я не знаю, как сейчас. Команда вся была неспределы. Солодки играет на правой здесь. Что будет придумано? Придумано что-то будет! Удар! Счет в этом матче. Пошли, потому что мы ничего не видели, за исключением двух неточных ударов. А вот такие обрезы могут быть наказуемы. Он проходит удар. Ломовицкий неудачно отбивает. По-моему, будет 2-0. На блюдечке с голубой каемочкой, как я люблю говорить, конечно, здесь не заметил сложнее, чем таких. Классно французы разыграли. Вот то, чего не хватало немножко Виктору Солодкому в матче этого с Москвы. Хладнокровие в завершающем. Без проблем, но надежно играл результат. И вот первый момент, может быть, бразильцев удар пятушка! Франция пока играет очень здорово, Шилин на 3! Да, правши, тем более. Ну, давайте посмотрим. Ну, стенка! Выше! Градус заданный, арбитр дает. Бороться Родригес бьет! Ну что, они забили с пенальти, забили с игры. Родригес 2-1 гол в раздевалку. Значит, второй тайм все-таки будет интересным. Нам не хотелось бы нам терять интригу. Не видит его сейчас партнер Родригес. Родригес один в один против Вермы. Опять качает, опять бьет. Нижний нет, мимо. Там Родригес, о чем я и сказал, слева припарит. В созидании. Ну что ж, 2-1. Прервемся мы. Первый тайм удался на славу. Тебе пас отдал.
прошлого финала. Вот, это интересно. Ну, мы пока не будем говорить об Испании. Да, согласен. С Англией. А здесь Роман Верма идет по атаку. Опытнейший Верма. Сколько он играет по Матеру Лиге, подобрал комплект. Опытнейший, на самом деле. Сколько он играл, сколько он еще сыграет, я уверен. Но передача Шилен, удар и не попадает. Не попадает. И обзоры это, в общем, подтверждают. Конечно, смотрите, 3-1 бегут. Бразильцы, 3-1. Будет ли передача? Мы... Они смятушка, но здесь неправильно кончается. По-другому быть не может. Не может. Но Петров получает мяч. Удар Вермы выше. Составы команд. Третий номер удар. Рикошет. И в опасный момент удар. Еще один момент, чтобы забить. И 2-2. Все как в 1/8 для Франции. И вообще... Правильно сейчас подсказывает Кабаленко, что ну, если устали, надо поменяться. Рядом, я думаю, что сейчас не, опять недопонимание какое-то. Ну, очень много недопонимания у французов. Я думаю, что они еще прибавят к полуфиналу. Удар и гол. Рома Верма. Странно. Вот тут. Я думаю, что много вспоминать, но 4-2. Ну, а что изменит этот гол, по большому счету? Снова они разыгрывают. Родригес. Он привозит мяч Рома Верма. Рома Верма пас. И гол! А вот теперь гол. А теперь гол. И забивает его Петров. Снова проводит замену. Теперь Петров забил, начинал он на банк. К сожалению, с 9 человек в 11 оставить на замене. Выбивает вратарь сборной Бразилии мяч вперед. Скид хороший. Думбия с мячом. Будет ли бить, будет ли давать? Будет, да, будет удар. И какой гол! Бразилия хотят тоже забить шальный гол. И они забили, берут мяч. Но хватит ли времени? Ну, не знаю. Минута осталась до конца бразильцам. Его поблагодарить за игру. С той стороны обойди. Вот, по моему мнению, что больше редко выделяют игроков атаки. Действительно, очень часто выделяют игроков атаки. Опасная лестница. Шамиль, я, как на самом деле, очень сильно уважаю игроков защитной линии. Ты, наверное, станешь первым защитником, который выделит на этом чемпионате мира. Прокомментируй, пожалуйста, игру, почему Франция ждет счета 2-2, чтобы начать играть. Да расслабленность у нас полная. Шам, скажи, где ты тренировался? Шамиль, скажи, пожалуйста, почему Франция сегодня так плохо собралась? Сегодня день человек приехал на чемпионат. Ну, не знаю, вот это, да, надо администрации спросить. Плохое у нас отношение. По поводу незасчитанного гола. Был гол? Отсюда показалось, что был гол. Конечно, абсолютно. Гол. Вратарь немножко не разобрался. Я поздравляю тебя. Ты лучший игрок матча, по мнению комментаторской позиции. Я поздравляю тебя, поздравляю команду. И спасибо. Удачи вам в полуфинале с теми, кто выиграет матч Англия-Испания. Как думаешь, кто выиграет? Да, Испания очень хорошая команда. Хорошо. В том году вы уже с ними играли в полуфинале. Не было, к сожалению. Не было, к сожалению. Но в этом матче ты уже думаешь, что точно сыграешь, что Англия или Испания. Что ж, мы продолжим через несколько минут. А Шамилю я еще раз говорю спасибо. Удачи тебе в дальнейших играх.